привычка называть юбилеями даты кратные, пятерки или десятки, не более чем ошибка. Запомните, юбилей – это дата, кратная 50 годам. Понимаю, что вы настолько глупы, что никто из вас не знает древнееврейского языка. Так вот, слово «юбилей» происходит от древнееврейского слова «йогаль». И вообще, откуда это взялось, юбилей? Семь, как известно, это библейское сакральное число. Семежды семь – это 49, и как раз 50-й год, юбилейный год, когда списываются все долги. Именно оттуда и пошло слово «юбилей». Так что правильнее всего употреблять слово «юбилей», когда кому-то, либо чему-то исполняется 50, 100, 150, 200 и так далее лет. Употребление же слова «юбилей» к датам, кратным 5 или 10, но не только 50, является грубой ошибкой. Впрочем, Охлас настолько глуп, что у него ошибка за ошибкой. Наконец-то вы узнали правду.